Человек начинал говорить. А началом явился испуг от нечаянно хрустнувшей ветки. И дремучий, немыслимый звук шевельнулся тогда в человеке. Человек начинал говорить. И не в силах бороться с искусом, обнаружил великую прыть во владении этим искусством. Он придумывал тысячи тем, упиваясь минутным реваншем говорить. А о чем и зачем, человеку казалось неважным. Он смолкал по ночам, но и тут, что не утро, в поту просыпаясь, он пугался безмолвных минут и ничем не заполненных пауз. Но однажды случилась беда. Он влюбился и смолк в восхищении. На него снизошла немота и свершила обряд очищения. Он умолк и расправил чело, и до боли почувствовал снова то мгновение, после чего станет страшно за первое слово.